как взбодриться, если не выспался. Далеко не каждому удается спать по 8-9 часов в день. Недосып приводит к сонливости на протяжении всего дня, вызывает чувство усталости. Сегодня мы дадим несколько советов, которые наверняка помогут вам взбодриться. Послеобеденный сон. После сытного бизнес-ланча вздремните немного, хотя бы полчаса. Это поможет прийти в тонус и продержаться до конца рабочего дня. Даже непродолжительный дневной сон дает выраженный восстанавливающий эффект. Яркий свет. В темноте вырабатывается гормон мелатонин, который определяет циклы сна и бодрствования. Включите в комнате яркий свет. Это поможет снизить концентрацию гормона, и вам будет хотеться спать меньше. Не переедайте. Старайтесь не переедать, ведь в этом случае организм будет тратить всю энергию на переваривание пищи, быстро устанет, и вам еще больше захочется спать. Музыка. Если вы начинаете засыпать, включите какую-нибудь бодрую мелодию. Это наверняка поможет вам прийти в себя. Будет гораздо эффективнее, если вы при этом будете еще и подпевать. Акупунктурные точки. Специальные техники пробуждающего массажа помогут прийти в тонус. Пальцами разотрите ушные раковины. Потрите нос. Разотрите височные области с обеих сторон. Потрите ладони. Энергетический напиток. Если ничего не помогает, приготовьте простой энергетик. Заварите 3 пакетика черного чая в 250 мл воды. Добавьте 20 дрожжей аскорбиновой кислоты. Долейте еще 250 мл охлажденной воды и перемешайте до растворения аскорбинок. Полученный напиток вы можете охладить и взять с собой на работу. Будьте бодрыми, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.